За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга наш земляк Шамиль Хамдохов удостоен ордена мужества посмертно. Государственную награду родителям бойца, героически погибшего при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине, вручил глава районной администрации. Заур Хамирзов выразил искренние слова соболезнования родителям в связи с постигшим их горем. «Мы со своей стороны готовы оказать всю возможную помощь, если есть необходимость», – сказал Заур Хамирзов. Шамиль проходил срочную службу в рядах вооруженных сил России в городе Майкопе, где остался служить по контракту. Подразделение, в котором служил наш земляк, было направлено для участия в спецоперации. В октябре 2022 года во время ожесточенных боев в селе Суханово Херсонской области он погиб при исполнении воинского долга. Ему было всего 25 лет.